Куда бородач едет? Что он творит? Харь ловит. Называется поворот не туда. Что это, Пашенька нашел? Оригинал? Да, да, ну говорит, надо продавать. Я прячу. Не знаю, это чья-то у наших отпала. Я у кого-то видел такую. Какое-то место находок. Лопаты, брызговики. Лопату нашли, да. Это Ленина, кажется. Леня, а у тебя была лопата? Да. Она у меня, наверное. Да? Ух, красиво как. Будет на учебную ехать. С этой стороны интереснее, мне кажется. Красиво. Вот этого ракурса как шикарно все это выглядит. Ну, бородач, соскучился за оффроудом. А мы же это все пропустили. Паш, давай проедь ты хоть вперед. А то статичная какая-то. Я тебе даже бревно поправлю, чтобы легче было. Так, тут серьезный джипер. Пытается заехать на детское бревно, да? Да не, Леня, давай. Да не очкуй. Сцепления нету. Пониженную включи. Хорош. Заезжайте рядом. Фу, блин, воняет сцепление. Ну так ты же газуешь и не отпускаешь. Динамичнее пройди вперед, Паша. Сам выбрал, не отцепляюсь, но рычага. Ну да, ты же их можешь погнуть. Да, тут по-серьезному так. Движения и прочности хватает. Ёханый бабай. Застрял. Все, стой! Рычаг погнул! Стой! Стой! Выходи и посмотри, что ты наделал. Рычаг погнул. Так а что ты упал на него и все? Как я тебе скажу? Все. Приехали? Да, капиталка. Пришли? Да. Дрова есть. Дрова есть. Не, ну выровняем сейчас, что. Ну, она свалилась вправо сюда, упала. Оно же было нормально. Там, по-моему, клюшки в этом плане лучше, да, получается? Или тоже может погнуться? Клюшки там... Сложно. Да, там уж ребра, жесткости такие. О, слышишь, я тебе красивое фото сделал, ты так хорошо стоял. Ну что, надо выезжать? Куда выезжать? Что, или лебедкой подтягиваться вперед, да? Да нет, сжечь, если бревна внизу, они будут мягкие, и тогда он выйдет. Ну, бородач, с тобой одни приключения, причем в этом месте всегда. Помнишь, как ты тут, мы тебе антифриз доливали 50 литров в час мне? Сейчас он приподнимет ее, подсядет и выйдет. Да давай за дерево зацепим. Лебедкой.
Ну что ты думаешь? Давай, размотай лебедку. А? Выйдешь? Не, Паша, вверх ты как раз колесом наедешь на вот это бревно, с которого ты слетел. Видишь, с этой стороны он усилил, а с той стороны нет. А, это в этом проблема? Ну вот. Так, что это в него не первый раз? Да понятно, что не первый. На. Пишут. Так, а давай руль вправо и на меня. Вправо руль. Стой, Паша. Гнешь сильнее еще, гнешь. Давай, 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 давай. Блин, зверюга. Теперь ему уже похрен все. А теперь сюда подложить бревна, чтобы он назад съехал. Да вот то выбить бревно, не... а мы его не выбьем, да? Подложить просто, он по попробуй нему... Попробуй еще вперед немного. Руль влево-право попробуй. Подожди, чтобы заднее там не погнул еще. А, там он уже и задний погнул, ё-моё. Стой, блин. Бензопилы ж нету, естественно. Женя, нет бензопилы? Давай, давай, так и едь. Влево почти соскочил. Вот сейчас полностью влево, полностью влево. И назад, да. Да давай вытянем это бревно. Давай. Ты куда ты уехал? Я там поехал еще по осталось там. Чуть-чуть. Ты посмотрел, ты видел из-за тебя, что случилось? Немного. Бензопилы нету у тебя? Того чего? Бензопилы. Падает в яму, надо туда что-то бросить. Паша, а ну еще туда. Подожди, Паш, заедь вверх, заедь. Стой, стой теперь, стой, в яму положим что-то, подожди. А вот это можно бросить, вот бревно. Оно вынимается, я его трогаю. Все, нормально. Вперед еще двигай ее. Да, да. Все, не крути вот так ровно назад. Все, вперед можно. Отлично, давай. Стой, стой, я сниму, так, стой. Что я сфотографирую? Да я фотографирую. Блин, ну тут ракурсы. Ехал. А Б эту ты и погнул, кстати. Ах ты, курва. Спортивная подъезд. Надо второй точно так же загнуть. Не, у меня раздатка низкая, не проеду. Давай. Паша, Паша, еще и задний попробуй. С той стороны задний. Стой, 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 Макс, назад. Да, правей, сделай правей. Правей.
слабо, да, Руслан? Там сучок. Не, Макс, стой. Ты что, стой, Макс? Стой, Макс, стой. Я с той стороны сфоткаю. На место заедь, Макс. Вперед? Да не, назад давай. Она вот это красиво было. Стой. Назад, на вот тот пень наедь. Русик, на тот наедь, она так выше, прикольней стоит. Давай, еще сползай. А на меня не едь, сучка. Ваня, беги. Он просто не хотел, чтобы я ехал. Блин, посмотри, сейчас положит. Вот, а ты не падал еще? На бок. Да что, он вверх колесами плавал? Отходите, блин. Да еще можно. Давай, Рус, мы отошли. Блин, уже. Рус, положишь. Давай, не положишь. Положишь. Не положишь. Она выравнивается. Все. Хотя, в принципе, блядь. Давай еще уже, давай, ехай. Да не, сейчас ляжешь. Руль вообще. Туда. О. Еще туда. Еще туда, еще. Руль. Нормально. Ну и все, ехай. Хорош, стой, раздатка упирается. Так что? Там две у нее. Глуши, вылазь. Глуши, вылазь. Рус, у тебя же две раздатки. Видишь, не такое уж ты стекло, Руслан. На. Нормальный кадр. Сразу же диагностика идет. Ты можешь его покачать? Это ж надо резать вот так. Лёня показал уже. Я сейчас нарисую, чтобы... А ну давай. Вот так вот надо. Раз. А потом чё, колёса рвутся, да? Лёня, ну так замазать, надо гвоздиком хотя бы так, чтобы след достался. Сейчас же грязь не видно. А это бесполезно, Рус, видишь, там всё равно как-то оно не очень. У тебя фаркоп на полшестого. Да то не у меня, это Лёня, па. Это Лёня сломал фаркоп. Когда он выровняется, он туда выравнивается. Тут вон, видишь, что происходит? Ты упирался. Вот тут, вот ты упирался. Высоко очень, ну понял? Да не вырубил. Да хотя. Да он вот там упирался, он сюда даже не доехал. Ты заныл сразу, заныл. Нормальные такие памятники. Это же возвращаться в кабину надо. Да это же да, надо. Дальше там весело, я уже сделал колею хорошую. Так что ты туда проехал? Блин, надо, да. Не, ну я доехал до Бревен. Там дальше еще одна лужа есть знатная, но до нее надо доехать. Там просто столько бревен, там надо разбирать. Вот они еще лучше, надо фото сделать. Ой, очень уверенно он стартанул как. Глушитель меня не погни. Блин, а что тогда? Сейчас тоже починится, а тот же. Сейчас у него встанет. Смотри, хопа встает, медленно встает. То есть не все у тебя на пол шестого, Руслан. Только что было на 2 часа дня. Все. Будем ехать. Не доехал? Не. Ну, почти, может сказать, доехал. Я под задним колесом бревно, если бы ты через него переехал, то вонзился бы на фаркоп. Да? Угу.